Детский сад номер 4 «Огонек» только недавно открылся после ремонта. Стены здания выкрашены яркими красками. Участки для прогулок и игр детей напоминают улицы сказочного солнечного города. Разноцветные беседки, машины, песочницы. Все для хорошего настроения и гармоничного воспитания ребятишек. Руслан – воспитанник старшей группы. Очень любит прогулки на свежем воздухе. И, конечно же, как любой мальчишка, обожает машины и корабли. Пусть пока и не настоящие. Мы просто его залежаем туда и вот будем, только он не настоящий. Он не грузится, сверху вниз. Инспекторы проверяют как внешний вид, так и безопасность комплексов. В «Огоньке», по словам сотрудников Госадмтехнадзора, грубых нарушений не обнаружено. В акте, составленном ими, был снижен балл лишь за кораблик, у которого за зиму прогнили доски. Но пообещали в администрации сада, в ближайший субботник все будет исправлено. С помощью родителей, сотрудников нашего коллектива мы поддерживаем этого порядке. Проводятся периодические субботники, постоянная уборка территории. И ежеквартально мы проводим испытания всего оборудования на площадках и спортивной площадке. Детский сад номер 5 «Улыбка», куда мы направились далее, совсем новый. Как и в других дошкольных учреждениях, на территорию сада посторонним вход воспрещен. А соответственно, факты порчи детского оборудования исключены. По заключению Госадмтехнадзора, и в этом саду нарушений не было обнаружено. На данный момент времени осмотрено порядка 10% детских площадок на территории детских садов. Значит, основные моменты, хочу сказать следующее, что площадки находятся в удовлетворительном состоянии, присутствуют небольшие нарушения, незначительные. В целом все площадки содержатся в том виде, как они должны содержаться. Всего в районе 23 муниципальных детских сада. В первых числах апреля сотрудники Госадмтехнадзора закончат проверку всех дошкольных учреждений. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.